С августа в Беларуси вырастут пенсии. Соответствующее решение принято президентом. Очередной шаг по поддержке тех, кто вышел на заслуженный отдых, связан с ростом доходов работающих. Прибавка выплат по возрасту более чем на 6,5%. На руки получат в среднем около 432 рублей. В прошлом году перерасчеты трудовых пенсий осуществлялись по решениям главы государства 3 раза. В этом году был произведен 1 перерасчет трудовых пенсий с мая месяца. Пенсии были повышены по возрасту в среднем на 6,3%. Это 2-й перерасчет трудовых пенсий согласно решению главы государства. Пенсия за август 2019 года по сравнению с августом 2018 года увеличится на 19%. Деньги на этот перерасчет выделяются из внебюджетного фонда соцзащиты около 70 миллионов рублей. Расходы на выплату пенсии составляют около 9% ВВП. Поэтапное повышение пенсии позволит по году выйти на запланированное соотношение ее со средней зарплатой по стране в 40%.